Всех приветствую. Продолжаем рассматривать картины художников и знакомиться с их автобиографией. Аурелиано Миланни, итальянский художник периода позднего барокко, работавший в Болонье и Риме. Данные из переводной Википедии, данных очень мало. Вот все то, что есть, то, что я нашел. Родился в 1675 году. Аурелиано Миланни был учеником Чезаре Джинари и Лоренцо Пазинелли в Болонье. Хотя он также придерживался стиля, разработанного в Академии Дели Инкаминати братьев Караччи. Будучи не в состоянии содержать семью из 10 детей в Болонье, Миланни поселился в Риме, где было больше заказов. Там он написал обезглавленного Иоанна Крестителя для церкви Бергамаски в Риме, а также получил повышение по службе вместе с Доминико Мари Муратори и Донато Крети. Аурелиано также преподавал в течение многих лет в Болонье, и среди его учеников были Джузеппе Маркези, известный как Иль Сансоне, и Антонио Джанима. Умер в 1749 году. Вот так вкратце, данных очень мало о итальянском художнике периода позднего барокко, который работал в Болонье и Риме, Аурелиано Миланни. Пока-пока, до свидания, всего хорошего, смотрим работы. До свидания. Thank you.